В Елабужском институте Казанского федерального университета прошла международная научно-практическая конференция, посвященная литературной педагогике. В Елабужском институте Казанского федерального университета прошла международная научно-практическая конференция, посвященная литературной педагогике. Сама конференция была направлена на развитие эмоционального интеллекта у детей с помощью чтения в условиях цифровизации окружающего мира. По мнению специалистов, виртуальное общение в жизни современных подростков стремительно вытесняет реальное, из-за чего эмоциональное восприятие мира также претерпевает изменения. Чтение литературы в таких условиях может стать эффективным инструментом педагога для развития в ребенке эмоциональной грамотности. Если мы говорим о том, что сегодня общество становится цифровым, то все больше детей, подростков переходит в формат виртуального общения, забывая при этом, что живое общение, в общем-то, никто не заменит. И на наш взгляд, вот литературная педагогика как раз должна сыграть решающую роль в том, чтобы у детей сохранились навыки живого общения. Я освещала детско-подростковую прозу и, соответственно, выбрала произведение, которое относится к этой категории, потому что оно достаточно мало изучено, но очень интересное и затрагивает проблемы подросткового возраста, проблемы принятия себя, отстаивания своей индивидуальности, взаимоотношения с родителями и другими взрослыми людьми. В конференции приняли участие ученые, педагоги, работники культуры, библиотекари, студенты и аспиранты из различных регионов Российской Федерации, а также из Болгарии, Германии, Казахстана и Чехии. Хочется подчеркнуть, что занятия проходили в смешанном формате. Всего на секциях было представлено более 70 докладов. Амир Ахтямов, Айдар Нурмиев, Универньюз.